И вот, отдохнув буквально чуть-чуточку, мы с мамой готовы снова продолжить играть в эту игру, да. Потому что что нам еще остается делать? Окей. Блять, у меня кислород кончается, мама дорогая. Блин, давай! Я живой тварь! Пока что. Незнакомые люди. Ну, вернее, почти люди. Неважно. Готов. Ты не крути, но он готов. Чувствую я, что теперь начинается настоящая жопа. Ну еще и самонаводящиеся, серьезно. Это уже вообще не серьезно. Еще и дверь, сволочь, закрыла. Как же я люблю такие моменты. Взяли немножко плазмы. Плазма — это хорошо. В лифт, приедь ко мне и отвези меня в далекие края.
одного выстрела. Ну ничего себе. Как удобно. За плазму и все остальное хорошо. Ой-ой-ой. Немножко не туда. Постреляем немножко плазмой. Плазма это хорошо. Еще запомните. За дрянь тут льется, и откуда она взялась вообще? Пора поправить мне здоровье. Thank you.
вредных веществ в атмосферу. Запустите процедуру очистки. Спасибо. Так, то есть мне что, нужно сейчас будет идти по всей этой ядовитой хрени? Внимание! Сбор в работе системы вентиляции. Выброс ядовитых веществ в атмосферу. Запустите процедуру очистки. Учебная лестница готова. Вот это я удачно пришел. Ник Седовей. Кто же ты такой? Садовский, инженер аварийной команды «Хазмат». 1 октября 2145 года. Мы пришли к выводу, что марсианская атмосфера вызывает сверхбыструю коррозию выпускных клапанов в стандартных утилизационных агрегатах номер 5. Инженеры не в силах объяснить высокий уровень агрессивных примесей в нашей внутренней атмосфере. Все воздухоочистители и системы фильтрации работают вроде бы нормально, и все-таки небольшое количество частиц попадает в складские зоны. Вчерашняя авария была вызвана именно этим. Директор Чарльз Холлис заверил меня, что эти примеси в воздухе безопасны для людей. Но мы видели, что вызванная ими коррозия сделала с каучуковыми прокладками наших складских систем. В свете всего этого приказываю запереть все утилизационные агрегаты номер 5 в транспортном контейнере с классом защиты не ниже второго. Конец записи. Хорошо, спасибо. Добро пожаловать в отдел жизнеобеспечения марсианской станции. Этот видеоролик содержит всю информацию, необходимую для эффективной и безопасной работы. Защищенный работник – счастливый работник. Главная задача UAC – обеспечение вашей безопасности. Следите за указателями и следуйте всем предписаниям, чтобы уберечь от опасности себя и товарищей по работе. Уборка – один из самых важных аспектов работы отдела жизнеобеспечения. Во-первых, чистота – залог безопасности. А во-вторых, исследования показывают, что в чистом, незараженном помещении повышается производительность труда. Энергетические установки марсианской станции дают два типа отходов производства – пар и зеленую слизь. Пар выводится наружу через шахты, решетки, тщательно спроектированную сеть трубопроводов и другие вентиляционные системы. Слизь вырабатывается в результате обработки марсианского грунта расщепителями для производства молекулярного топлива. Слизь не радиоактивна, но крайне ядовита. Если слизь попала вам на кожу, немедленно введите себе инъекцию на станции медпомощи. Затем обратитесь к врачу и пройдите обеззараживающие процедуры.
Обо всех нарушениях правил техники безопасности докладывайте вашему непосредственному начальнику. Более подробная информация содержится в вашей должностной инструкции. Спасибо. Фу. Все четко и понятно. Осталось только хранилище это найти и чуйка, что пришел я не туда. И тут я уже везде был. Да. Ну, раз враги здесь, значит я что-то так и делаю правильно. Только вот хрен пойми что. Забрался я на ту лестницу, и что дальше? Так, мне нужно разобраться с этим клапаном. Куда же мне идти? Что делать? Опять, видимо, я не вижу перед собой очевидного решения проблем. Здесь я все собрал. Лестницу опустили. Себя подлечили. На лестницу поднялся. Опа. Это, конечно, интересно, но почему-то меня сюда опускать не хотят. Наш главный герой слишком тупой, чтобы перелезть. Ну, хрен с тобой. Чего же от меня тут хотят? Хотя догадываюсь уже что. Так, ну я немножко сохранился, потому что так надо. А теперь нужно аккуратно упасть и пройти по трубам. Вот это ублюдок. Ну, вот как хорошо, что я как чувствовал, что что-то такое сейчас должно было произойти. Поэтому я сохранился. Все, что забирается, все патроны.
Мне бы еще хранилище, и я был бы вообще счастлив. А, ну вот теперь понятно, что к чему. Опа. Теперь, я так понял, можно смело спускаться вниз. Ну теперь все понятно. Так, ага. Жидкости это немножко поубавилось, и теперь я смогу пройти. Нужную мне часть. Ой, чупа. Вот так вот. Я жив. Неужели опять пауки? Только не пауки. Я же вашу... Я же вашу матку уничтожил. Ну хотя вряд ли она одна. Вполне себе допустимый вариант данной ситуации. Отлично. Всех патронов просто завались. Все же прилетело напоследок мне. Счастье. Спать.
интересная запись Энтони Гарза. Так. Если мне никто не помешает. Окей. Аудиозаписи нет, но хотя бы почитаем. Значит, тонкий намек на то, что скоро мы найдем ракетницу. И вот тогда начнется настоящая жесть. Фу. Мне кажется, или это круто, но использовать ракетницу в помещении это, мягко скажем, задача немножко такая себе. Сейчас мы все это дело протестируем. Ой, сейчас мне будет плохо. Ой, плохо будет мне. Да ну в смысле, почему твою налево? А куда же мне надо? Что за идиотизм? В смысле? Так, давайте сохранимся на всякий случай. Куда же надо идти? Почему не сюда? Ведь логично всего идти сюда. Хорошо, прыгаем наверх. Мне пофиг. Фух. Вот это я удачно пришел. Ай, мамочки. Но, к сожалению, обратно нам уже не выбраться. Если что-то интересное пропустил, то уже пропустил навсегда. Увы. Ну, ракетницу мы протестировали. Довольно неплохо. Фух, так, что у нас там по времени-то? 10-14. Хорошо, думаю, в принципе, на этом серию можно закончить пока. Будем записывать по этой одной миссии. В принципе, одна миссия на серию улаживается.